Уже несколько месяцев в Доме детского творчества «Созвездие» идут строительные работы. Напомним, что за 40-летнюю историю большой ремонт здесь не проводился. Поэтому стройка на особом контроле у местной власти. Регулярно посещают объект родители, педагоги и депутаты, в их числе Юлия Ишкова, Владимир Суслов и Александр Васильев. Это уже не первый объект, на который я приезжаю за эту неделю. Меня впечатляет то, что действительно ремонтные работы ведутся такими быстрыми темпами. Мне нравится то, что жители получат обновленный ремонт. Конечно, это всех радует. Работы в Доме детского творчества начались в апреле этого года. За это время здесь проведена полная перепланировка здания. Заменили кровлю и проложили коммуникации. Убрали все деревянные конструкции, расширили кабинеты и вставили новые окна. Сейчас на финишной прямой отделочные работы. Работает на сегодняшний день 26 человек. Сейчас ведутся работы по укладке плитки. На следующей неделе начинается покраска стен, подача отопления. Монтаж всех остальных дверей. К Новому году планируем все это закончить. Конечно же, больше всех обновленное здание ждут дети, их родители и педагоги, которые тоже наблюдают, как меняется Дом детского творчества. У нас на цокольном этаже расширились помещения. Да, у нас были там небольшие кабинеты. Сейчас у нас три больших, скажем так, для нас даже огромных зала. И мы, конечно, уже в предвкушении, что наши воспитанники начнут там заниматься. Пока в здании идет ремонт, дети продолжают заниматься, но в других помещениях. И уже совсем скоро будущие звездочки эстрады вернутся в родные стены Дома детского творчества. Сервер Бекмамбетов, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.